деревня Мало перед нас, да? А где пещера? Пещера там, позади нас, мы потом пожалеем, пойдем. Ты танцуешь, я пойду, давай мне микрофон. Да. Вот это шишка. Ваня больше Виталика. Танцуй. Начинаем. На подкате есть гора, самая высокая. Виталик, что там без тебя прошу, что ли? Балкон на ласточка летел. Опа. На тебе большой микрофон. Большой микрофон. Вот это, нет, это бомба. Вот мы нашли такую большую шишку. Что с ней будем делать? У бандит Вася будет все кидать, конечно. У нас тут настоящий испанский футбол. Только с шишкой. Так, мы с Лоиком собираемся добыть немножко мандаринов. Они обалденные, да, обычно? Отлично, сына. Маша, нам удалось. Вот наш мандаринок. Можно было вот так еще поставить. Да, вот нет, она вот так сама наклоняется. Вот наш мандаринок, пойдемте все включать мандаринки. Получается? А что так долго вы? Я ж пришел за вами, думаю, у вас что-то не получается. Вот они нарвали мандаринов с дерева, теперь их отмыли. Теперь пойдем их чистить и есть бабушку кормить. Вовик сорвал, сейчас будет мандарин. Давай, попробуй мандарин. Вкусно? Face is good. Покажи, покажи. Нет, Виталику туда дайте. Виталику туда дайте. Да нет, вот так, в ручку убери и все. Молодец. Виталику дадим попробовать? На горке. А Виталику не будем давать? Ой, нет. Да. Это же родные. Норм. Все будет. Норм. It's good. He says good. Вот есть такая карточка, что он пошел. А Вова есть что? Покажи. Аудиогид. Я хочу аудиогид слушать. Я тоже люблю. Лоик, тебе что, не говорили уже? Нет, не говорили. Что не говорили? Мы еще ждем вот инструктажа. Видите, у нас инструктаж. Так, мы с Васей, с Вовой спускаемся в пещеру Нерха. Не, что не говорят? Я возьму, когда говорим. Продолжаем идти в пещере. Смотрите сверху, да, как выглядит, слева и отсюда. Красиво, да, пока? Очень необычно, да. Кто? Моллюски эти ваши? Камушки. Пойдем, Вася. Вася, по лесенке пойдем? Смотри, Вовик, тут вообще камень какой висит. Нет, не рассказывайте. Нет. Головой бам. Васян, пойдем. Можно мне его потрогать? Можно. А, так вот какой он висит. Что себе сверху, какие камни торчат. Да. Мы переходим сейчас в зал слонового бивня. Да, и что там говорили? Что в нем есть выдолбы такие. То есть люди уже каменными молотками. Это я говорю, это никто не говорит, это я говорю. Что люди каменными молотками делали уже себе комнаты в этой пещере. Так, продолжаем спускаться. Тут у нас выдолбы всякие вот есть. Вот бивень слона, да? Разные такие вот углубления. Тихо, смотри. Плюсик и минус. Да, я знаю. Впереди начинается просто нечто очень огромное. Огромный свод. А можно потрогать? Да, конечно. Это вот называется сталагмит или сталагмит. Как класс. Он не шишавый, он гладенький. А это что сверху нависает? А можно я его покачаю? Вот это пещера. Это целый замок. Целый пещерный замок.
Обалдеть, насколько большая. По-моему, в Вьетнаме были поменьше пещеры. Огромный зал. Я слушаю аудиогид. Подожди, продолжаем движение по горе. Тут, тут прямо обалдеть. Но пока не показывают. Этот-то зал оказалось еще больше. Обалдеть. Вы посмотрите налево. Бой, Васик, беги сюда. Обалдеть. Предыдущий зал был бальный зал, как говорят. Им балы устраивали. Конкурс танца. А это, смотрите, просто невероятный по размеру. Сталагмиты, конечно, поражают. Разных форм. Совершенно разных форм. Как будто иголки торчат с той стены, да, Войк? Да, одна верста, посмотри. О, какой потолок. Жесть. Залы все не кончаются, да, Васим? Один за другим. Но уже вроде не такие, ой, хотя нет, такие же. Это не знаю, что так называется. Ну, огромный зал, да? Да. Вот, говорят, какая-то древняя письменность. Обнаружено, датируют там какими-то кромовинцами. Ой-ой-ой-ой-ой, лосенка. Снова огромный зал. Еще больше. Еще больше. Наверное, да, 10 зал. Смотри, какой огромный, ужас. Вообще. Это же надо же. Нет, мы ничего не забыли. Нет, не были. Мы сейчас по кругу этого зала пройдем. И пойдем обратно. Смотри, very huge. I can't imagine. Наш аудиогид рассказывает, что рисунки датируются 20 тысяч лет назад. Продолжается наш путь. В общем, тут найдены всякие письменности, да, как я уже сказал, датируются. Довольно нежненько все. Но мы потом посмотрим фотографии в музее. Есть отдельный музей, к этой пещере прилагается. Там будут все эти фотографии. Так, мы почти в самом низу пещеры. Спустились на 30 метров. Ничего себе, да? Выглядит замечательно. Колонна такая своя. Yes. Некоторые сталагмиты поражают, конечно, своей компактностью. Троглодит. Камни такие? Нет, живые. Что? Так, мы идем, 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 и все это не кончается никак. Нам Виталика уже несут.
Ну все, прощаемся, да, Восемь, с пещерой. Выходим наверх, на поверхность. Хорошо, что тут лестники сделали удобные. Некоторые гроты очень низкие, по головой стукаюсь. Да, ну что, мы вышли, вот тут еще, значит, вход все еще стоит. Люди в очереди на вход, но мы уже закончили. Было очень интересно, но местами тяжело там шататься вверх-вниз. 30 метров набор спуск. Довольно круто.